Ты чё прям по банке попал? На! На канале Супируса сегодня мы будем в бутылку яйцами кидать, кто попадет. Челлендж яиц, да, правильно, игра у нас такая. Да. Значит, берем яички, и наша задача попасть вот в данную баночку, не разбив яйцо. Да. Давайте я один пример покажу. Готовы? Давайте, первое яйцо, пошел. 3, 2, 1. Я, в принципе, попал в него. Да, конечно, ты же его разбил. Давай, Багдаш, пойдем, ты тебе кидай. Ну, сейчас-то я должен быть. Да, какая разница, по очереди, без разницы. Давай, Багдаш, попади. Кидай. На тебе второе яйцо. Перелетело. Так. Ну-ка, кидай, Богдан. Кидай. Я перелетел. Я промазал на следующее. Так. Я чуть все три мимо. Надо, наверное, будет поближе подойти. Ладно, давай сначала. Папа пошел. Опа! Так, есть. Ну-ка еще одно. Оно должно быть целое, не есть. А, целое? Конечно. Да? Так, сейчас попробую целое. Оп, мимо. И третье. Опа! О, целое. Целое? Целое, да. Ну, молодец. Богдан, ты его можешь вот так сверху прям, хуёс, туда. Кидай. Нет, там уже близко сильно. Давай, кидай. Оп, мимо. На, еще. Так, следующее. Давай. Да, ты ему сейчас в рот уже залезешь, снеговику. Давай, кидай. Все, кидай. Оп. Давай его. Треснуло. Оно выжившее, но раненое. Давай, кидай. Еще третье. Кидай. Опа, есть. Целое. Так, мимо. Так, следующее. Еще мимо. Ну как-нибудь. Ай! Тоже раненое. Раненое у нас. Давай-ка его туда. Оп. Все. По чуть подальше будет кидать. Давай. Папа возьмет дистанцию побольше. Так, мимо. Опа! О, чистое попадание. Кидай. Мимо. Так, следующий. Руслан, давай, кидай. Ты чё прям по банке попал? На! У нас челлендж не разбей яйцо, Руслан, попади в банку. Ну хоть кто-нибудь попадите. Попали уже 2, 3. Давайте еще попадайте. Опа, мимо. Оп. Еще раз мимо. Поехали. Антон, у нас попади. А не разбей яйцо. Следующий. Кидай туда внутрь. О, на, еще яйцо. Так. Опа, мимо. Да, смотри, какое у нас теперь все испачкалось. Приготовили яйца. Давай-ка вот туда внутрь его. Кидай. Так, мимо. На еще. Четвертое. Да вы аккуратнее как-нибудь. Давай. Ой, почти. Но мне кажется, оно треснуло. Да, ну попробуй вот это еще яйцо. Оно в снег падало. Давай. Оп, почти. Потом посчитаем в конце, сколько у нас уцелело. Да. Давай, Богдаш, кидай туда. Кидай. О, мимо. Яйца мед. О, есть! Молодец! Все. Готов? Чё? И третья. Чё, разбилась. На, вот еще 2 тебе. Так, на вот это. Оп, да что ты их только покромсал? А то пусть плавает. Ну треснутая. Пусть плавает, мы потом посчитаем, сколько там целых. Да, Руслан, что ты делаешь? Руслан, мы не яичницу делаем. Поехали. Так, есть, попал. О, мимо. Всей корзины из 30 яиц осталось только 2. Так что давайте как раз одно Руслан, одно Богдан.
Давай. Оп, мимо. Руслан. Давай. Руслан. Мы что, омлет делаем, Руслан? Богдаша, давай ты. Богдаша. А, варежки! Давай варежку уберем. Мама! Ну и получился у нас омлет. Так, вот у нас одно осталось, папа тогда тоже. Так, отойдите вот сюда, чтобы было маме видно. Яичница из трех яиц. Тоже готовлю яичницу. Опа! Мама! Ну и все, считайте. Давайте будем сливать воду. И считать, сколько у нас яиц целых осталось. Так. Сливаем. Осторожно, воду сливаем. Что там в банке? Так, в банке у нас... Вот. Но это не все выжившие. Ну-ка, давай-ка их вот сюда вылим. Давай их вот сюда на снег. Так. Да нисколько. Так, вот у нас есть выжившие. Одно только. Один выживший. Два. Два выживших. Два выживших. Все, ура. Почистим его. Ура! Моё яичко. Я его домой принесу. Я омлет сделаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Супер Руслан. Ну а я пошел домой жарить омлет. Из двух оставшихся яиц. Да. Оставшихся яиц. Да. Пока-пока. Да. Кому жареное яйцо? Кому яйцо?